Веер известен как аксессуар, который используется в качестве опахала для создания потока воздуха, овивающего лицо. Также он служил непременным атрибутом женского костюма в 18-19 веках. В России веер стал популярен в эпоху Петровских реформ. В фондах Ульяновского краеведческого музея хранится несколько вееров XIX века, в том числе из перьев страуса черного и белого цветов. В 2018 году коллекция музея пополнилась дамским веером конца XIX – начала XX веков из шелка с деревянной основой, декорированного в японском восточном стиле. Его передала Рузанна Бунатян, потомок симбирских дворян Филатовых, Житковых, Кермаловых, родственников Ивана Александровича Гончарова. Веер также служил инструментом для общения между дамами и кавалерами. Так, если дама касалась открытым веером губ и сердца, она говорила: «Ты мой идеал». Если даме общение было неинтересно, она резко захлопывала веер. Если дама прикрывала веером глаза, это означало, что она хочет пообщаться наедине. И таких условий искусства флирта веером было множество.